Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Давайте вспомним и проанализируем главные события прошедших семи дней. Точнее, сегодня хочется остановиться на одном важном событии, от которого зависят многие другие не менее важные и судьбоносные события. Итак, пожалуй, главным героем недели стал генерал армии Сергей Владимирович Суровикин, или генерал Армагеддон, как его многие называют. Краткая справка. Генералу армии Суровикину недавно исполнилось 56 лет. Он женат, отец трех дочерей и сына. Сергей Владимирович – уроженец Новосибирска. Свою карьеру сразу начал как военный. И вот интересный факт. В молодости на учениях он спас товарищей, лично отогнав загоревшуюся боевую машину пехоты с боекомплектом. Ну, надо сказать, что Суровикин прошел непростой путь и в годы развала СССР, и в нынешние времена опыт боевых действий в Сирии с 31 октября 2017 года назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации, удостоен звания Герой Российской Федерации. Ну и вот в июне 2021 года стало известно, что генерал армии Суровикин командует Южной группировкой российских войск на Украине. С 8 октября 2022 года назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции. Вот выступление генерала Суровикина во вторник, 18 октября, надо сказать, мощно всколыхнуло медийное пространство. Причем не только в России. Я посмотрел на днях несколько немецких изданий и заметил, что наши квази-партнеры несколько, как бы это сказать, напряглись. Так что же нам сказал генерал Армагеддон? Давайте детализируем основные тезисы. Сергей Владимирович достаточно откровенно, это все отметили, рассказал о ситуации на фронтах, С суровой прямотой приложил киевский политический режим и предупредил о возможном ухудшении ситуации в зоне СВО. Были еще несколько важных моментов для понимания всей ситуации. Я о них обязательно еще скажу. Вообще говоря, такое высокое внимание и резонанс от выступления высокопоставленного военачальника свидетельствует о том, насколько наше общество истомилось под достоверной и, насколько это возможно, полноценной информацией о положении дел на фронте. И это не праздный интерес. Сегодня десятки тысяч семей провожают туда сыновей, мужей, отцов, братьев. Тысячи и тысячи настоящих мужиков записываются добровольцами. И все это в условиях мероприятия как и говоря, неоднозначной ситуации на информационном фронте, где все еще полно безнаказанно действующих коллаборационистов. Ну и вот выступление Саровикина является, надо сказать, существенным шагом вперед. Наконец-то с гражданским обществом поговорил человек, облеченный не просто очень большой властью и имеющий максимальный уровень осведомленности, но и непосредственно принимающий ключевые решения, от успеха которых сегодня зависит столько, что и страшно подумать. Некоторые озвученные им факты и цифры в публичном пространстве прозвучали впервые. По словам Суровикина, наша авиация совершила более 34 тысяч боевых вылетов. В ходе них было произведено 7 тысяч пусков у управляемых авиационных средств поражения. Беспилотники выполнили 8 тысяч вылетов, разбомбив свыше 600 объектов ВСУ. Также генерал высоко оценил гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и новые истребители пятого поколения Су-57. При этом, наверное, многие, кто следит за ходом боевых действий, заметили, что сейчас больший эффект дают даже не гиперзвуковые и очень дорогие ракеты, а так называемые мопеды, то есть беспилотники «Герань», которые стоят десятки раз дешевле, но пока наносят врагу весьма существенный урон. Я говорю «пока», потому что потому что сами БПЛА тоже уязвимы. И тут, как говорится, надо ковать пока горячо, пока враг не очухался и не обзавелся средствами борьбы с ними. Такую точку зрения, кстати, высказали сразу несколько российских военных экспертов. Впрочем, и то, что Россия наглядно продемонстрировала сокрушительную мощь кинжалов, это тоже хорошо. А то мировая закулиса дипломатические экзерсисы не понимает. Да и сами американцы говорят же, что добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом. Ну вот и Получите. Как говорится, с волками жить, по и выйти. Что еще сказал Суровикин? Ситуация напряженная. Это об обстановке на фронтах. Если посмотреть интерактивную карту театра боевых действий, то видно, что противник стянул очень большие силы и сосредоточил их на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Вообще Украина в пять раз меньше России по численности населения, но на фронте соотношение с точностью сюда наоборот. Ну, по крайней мере, так было в домобилизационный период. Как так вышло? Если кратко, то, наверное, недооценили решимость Запада реально биться до последнего украинца, а еще подбросить иноземных головорезов на фронт. Боевые командиры из ДНР, надо сказать, давно говорили о нехватке численности наших бойцов. Отсюда и летний застой в зоне боевых действий. Как сказал недавно действующий командир ДНР Александр Ходаковский, чтобы победить, нужно рано или поздно наступать. А вот в продолжение этого утверждения добавил известный политик Олег Царев. «Вести наступательные действия нужно при соотношении минимум три к одному», — сказал он. «Надо буквально валить противника, обращать в бегство, не давая сгруппироваться. Тогда и потери у нас будут существенно меньше». Разумеется, речь идет не о штыковых атаках пехотинцев, тем более, что сохранение жизни наших солдат Суровики назвал безусловным приоритетом. Чего не скажешь об отношении к своим бойцам с украинской стороны. Как сказал Сергей Суровикин, украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого они подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение, констатировал главком специальной военной операции. По его словам, суточные потери ВСУ составляют более 600 человек убитыми и ранеными. Несмотря на это, украинские власти все равно продолжают гнать людей на убой. Наше же командование напротив не стремится к высоким темпам наступления. Бережем каждого солдата и методично перемалываем, наступающие противника, подчеркнул командующий операции. При этом Суровикин признал, что особенно напряженная обстановка складывается на херсонском направлении. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры жилым домам Херсона. Есть данные о замысле киевского режима нанести массированный ракетно-артиллерийский удар по городу. И вот тут, пожалуй, самая цитируемая фраза командующего спецоперацией. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», заявил Суровикин. Здесь же возникла главная интрига. Все ломают голову, что имелось в виду. Мнения и догадки самые разные, от намека на применение тактических ядерных боеприпасов до сдачи города. Вы знаете, я перечитал много всяких мнений специалистов по этому поводу, и наиболее взвешенные военные эксперты рекомендуют пока не развивать ни первый, ни особенно второй вариант сценария напрямую, как заявил военный журналист Владислав Шурыгин, обсуждать это рано, потому что Украина еще даже фронт не прорвала и пока безуспешно пытается это сделать. А в свою очередь замгубернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что и наша сторона основательно готовится дать отпор на этом направлении. И вот мнение еще одного военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца. Он тоже полагает, что пока нет оснований для пессимистичных настроений и высказывает свое мнение, что для Суровикина наступает время Че. Это будет его первое и самое самая крупная битва. Если Суровикин удержит Херсон, он сможет очень серьезно повлиять на дальнейшее развитие ситуации в нашу пользу. И так сложилась судьба генерала, что он должен будет играть против примерно 40-тысячной группировки противника теми войсками, которые ему дали и которые есть в его распоряжении. Ну а здесь надо сказать, что наиболее боеспособные силы нашего МОБ-резерва уже на подходе. И Баранец обратил внимание на спешку украинского командования. Они прекрасно это понимают и спешат. Очевидно, Зеленскому дано указание до новых выборов Конгресса США дать какой-то результат. Эту точку зрения в частности поддерживает и первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук. Ну что ж, теперь давайте подытожим. Первое. Конечно, выступление Суровикина – это не какой-то радикальный поворот событий, смена тактики, принципиальная иная идеология и тому подобное. Нет. Это, скорее, довольно существенная подвижка в перспективном направлении, в том числе и во взаимодействии с гражданским обществом. Второе. Домыслы о якобы предстоящей сдаче Херсона или применении тактического ядерного оружия – это чаще всего дилетантский алармизм. Или, попросту говоря, треп. И нередко злонамеренный, деструктивный. Чтобы объективно представлять себе картину, нужно обратиться к фактам. Они таковы. Попытки укров отбить Херсон идут более двух месяцев. Уже было два масштабных штурма, и оба абсолютно провалились. Потери вооруженных сил Украины составили около 10 тысяч человек убитыми и ранеными, а также сотни единиц техники и вооружения. Украинскому командованию удалось лишь потеснить нас в центре фронта, на линии Николаев-Херсон и на позициях между Днепром и рекой Ингулец. Однако эти временные изменения вполне объяснимы и тем более не фатальны. Третий момент. Масштабная эвакуация мирного населения с правого берега Днепра. Это решение абсолютно и единственно верное. И оно свидетельствует, скорее всего, вовсе не о намерении сдать Херсона, а наоборот, о решимости биться за эти территории уже не по-детски. Ведь до сих пор главным сдерживающим фактором для нашей армии является то, что мы связаны по рукам и ногам тем обстоятельствам, что противник прячется за спинами мирных жителей. Это, знаете, вообще впервые в истории такие боевые действия, когда условно нападающей стороне жальче жителей страны противника, чем самому противнику, который ими еще и прикрывается. Это такая тактика, если хотите, террористов. Как полагают военные аналитики, некоторых я уже называл выше, скорее всего, основное сражение развернется на поступах к Херсону. Украинцы будут стараться усугубить это наводнением, но, кстати, раздолбать построенную в советские времена плотину будет не так-то и просто. И потом битва вне городской застройки – это явно не ВСУшный конек. Ну и, наконец, у нашей группировки появилось долгожданное единое командование под началом опытного и успешного Сергея Суровикина, прозванного генералом Армагеддон. И вы знаете, это символично, ведь это упоминаемое в апокалипсисе место последней битвы сил добра с силами зла. А нас с детства учили, что добро обязательно побеждает зло. На том и стоим. Пусть так и будет. С вами был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире.